Развитие информационных технологий на благо образования. В округе прошло первое родительское собрание в режиме видеоконференц-связи. Родители обсудили успеваемость своих детей с учителями, не выезжая из Бугрино. Любознательный, много читает, много знает, отзывчивый на просьбы учителя, доброжелательный, воспитанный. Успеваемость в учебе, поведение в классе и внешний вид ученика. Традиционно эти темы – основа родительского собрания. Только форма его совсем не традиционная. Впервые в округе родители с педагогами пообщались в режиме онлайн. Родители в поселке Бугрино, учителя и воспитатели в школе-интернате имени Антона Перерки. Мы как бы предложили попробовать такой эксперимент, провести удаленное родительское собрание, тем более, что технология накатана, ну и с нашей стороны это как одна из новых форм услуг, которая могла бы быть предложена нашей компании. Мы можем предложить такое соединение практически в любой точке Ненецкого автономного округа. Выезжать в город жители Бугрино могут нечасто, а 32 ученика, которые с 5 класса живут отдельно от родителей, требуют внимания. Кто-то не соблюдает режим проживания в интернате, кто-то не ходит на кружки и секции. Видеоконференц-связь сокращает расстояние между родителем и педагогом. Связь была хорошая, родители нас хорошо слышали, и мы слышали хорошо родителей, заинтересованность была. Поступали вопросы от родителей, на все вопросы они получили ответы. Ну и, естественно, администрация школы и учителя и воспитатели донесли свою информацию до родителей. Итоги пробного онлайн-родительского собрания покажут, станут ли встречи регулярными. Главным образом это будет зависеть от стоимости интерактивной услуги. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, телеканал «Север».